Данстар третьего заезда. Приз в честь работников сельского хозяйства Архангельского района. Обег повел Кубрик. Далее Кортик, созерцатель, замыкает плохо принявший старт полковник. Обег в борьбе ведут Кубрик и созерцатель. Кубрик и Кортик. У них в спине созерцатель. Первая четверть дистанции пройдена за 33,4 секунды. Участники третьего заезда проходят перед трибунами. Чуть впереди Кубрик, тут же Кортик. У них в спине созерцатель. И с просветом отстал полковник. Бег в борьбе ведут Кубрик и Кортик. Подходят к отметке второй четверти дистанции. За 34,1 секунды пройдена вторая четверть дистанции. На противоположной прямой в борьбе Кубрик и Кортик. У них в спине по-прежнему созерцатель, и с просветом отстал полковник. Бег идет без перемен. Участники третьего заезда подходят к отметке третьей четверти дистанции. За 34,7 секунды пройдена третья четверть дистанции. Участники третьего заезда выходят на финишную прямую. В борьбе на финишной прямой Кубрик и Кортик. Чуть впереди Кубрик. Сбоит Кортик. Выигрывает четвертый номер Кубрик под управлением Михаила Машинца. Далее финиширует второй номер Кортик. Полковник и созерцатель.